Мене звати Сергій Лещенко, і сьогодні я проведу цю програму разом з Євгенією Материцькою, яка буде з нами по скайп-зв'язку. А гость у нас сьогодні – це журналіст з великої літери, людина, яку ви, переконані, всі знаєте. Це Євген Кисельов. Добрий вечір. Добрий вечір. І ми сьогодні говоримо про теми, які, насправді, вже далеко вийшли за масштаби українського порядку денного, але мають щоденний вплив на Україну. Це, звичайно, буде тема отруєння Олексія Навального, російського опозиціонера, який показує на методи Кремля і на те, що може чекати в подальшому і Україну. Бо від політики Росії дуже багато в чому залежить українське об'єднання наших територій. Так само ми поговоримо про Білорусь і, звичайно, поговоримо про українські події, про святкування Дня Незалежності, яке роз'єднало, на жаль, українське суспільство. Про все це після першого сюжету, який стосується справи Навального. Бо ця тема вже на перших шпальтах всіх світових газет, і про це говорять всі світові лідери. Отже, ефір, а потім говоримо з Євгеном Кисельовим. Олексія Навального таки отруїли. Німецькі лікарі підтвердили наявність в його організмі небезпечних речовин. Нині він перебуває у штучній комі в реанімаційному відділенні лікарні у Берліні. За оцінками лікарів, нині життю головного російського опозиціонера нічого не загрожує. Проте наслідки хвороби можуть бути довгостроковими, зокрема для нервової системи пацієнта. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон висловили занепокоєність станом здоров'я Навального. Вони заявили, що вимагають проведення всебічного розслідування обставин його захворювання. Американські ж дипломати пригрозили Росії жорсткими заходами у разі підтвердження факту отруєння. Нині ці обставини й досі невідомі. Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано на борту літака. Він потрапив до реанімації із ймовірним отруєнням. Політика підключили до апарату штучного дихання. За даними російських ЗМІ, попередній діагноз лікарів – отруєння невстановленим психодислептиком. Проте головний лікар Омської лікарні назвав діагнозом Навального – порушення обміну речовин. Перевозити політика до німецької лікарні медики спочатку забороняли, проте в суботу його все ж доставили до Берліна. Там він перебуває під охороною німецької поліції. Через справу Навального на Росію можуть накласти нові, дуже жорсткі санкції. Про це вже заявляє і американська влада. І ми переходимо до розмови з Євгеном Кисельовим. Я перехожу на російську мову, щоб було вам зручніше. По вашому мнению, це отравлення или несчастный случай? Ну, смотрите, у нас нет стопроцентных доказательств того, что это было отравление. Но подчерк, знаете, у криминалистики есть понятие подчерк, да? Угу. Вот подчерк, он, конечно же, характерен для российских спецслужб. Я хотел бы напомнить, что, например, Степан Бандера был отравлен российскими спецслужбами с помощью специального устройства, которое выстреливало цианистым калием. А до него точно так же был ликвидирован Лев Рэббит. Я напомню, что был такой персонаж, доктор Майрановский, Григорий Майрановский, который возглавлял в системе НКВД, а потом МГБ СССР специальную токсикологическую лабораторию, которая еще в конце 40-х годов разрабатывала, то есть вообще она была до войны создана, еще в 30, по-моему, в 7-м или в 38-м году. А в 40-е и 50-е годы вот этот самый врач-убийца, в прямом смысле этого слова, Григорий Майрановский, занимался тем, что разрабатывал яды, которые испытывал на заключенных, и приговоренных к смертной казни. Более того, значит, известно, что именно его руками, точнее, с помощью яда, разработанного в этой лаборатории, был, например, ликвидирован Александр Шумский, деятель Украинского национального движения, который отбывал ссылку в Саратове в 46-м году. Ромжа, Теодор Ромжа, Ужгородский архиепископ греко-католической церкви был ликвидирован с помощью людей Майрановского в 47-м, кажется, году. Сейчас вот боюсь в датах ошибиться. То есть тут даже вот специальный украинский след тянется. Ну, да. Но есть еще и Литвиненко. Давайте это Солженицына вспомним. Почему-то никто не вспомнил Солженицына, что еще до того, как
выдающийся писатель, Нобелевский лауреат, был выслан из Советского Союза. Он поехал собирать какой-то материал, по-моему, в Ростов-на-Дону, и был отравлен, то есть чуть не умер. Тоже явно от применения какого-то неизвестного яда. Это было, если мне память не изменяет, так году в 71-72. Его в 74-м выслали из СССР. Очень известный эпизод, почему-то который никто не вспомнил. А дальше уже Юрий Щекочихин, выдающийся журналист, расследователь, Анна Политковская, Литвиненко. Литвиненко – это бывший агент ФСБ России, который жил в Лондоне, сотрудничал с Борисом Березовским и умер, будучи отравлен в британской столице. Да, да. И это как раз один из подтвержденных случаев. А вот дальше два случая с российским оппозиционером Владимиром Карамурзой-младшим. Дальше, ух ты мой. Новичок. Новичок. Скрипаль. Новичок, Скрипаль и Петр Верзилов. То есть списочек-то ого-го. Я понимаю, что, собственно говоря, точно подтвержденные случаи отравления – это Литвиненко, и точно подтвержденные случаи отравления – это отец и дочь Скрипали, и плюс ведь тогда же и британские граждане пострадали, какие-то там бомжи, грубо говоря, подобравшие пузырек из-под новичка. Так что как-то вот странная цепочка совпадений. Ну и потом, простите, российские официальные лица все время путаются в показаниях, что называется. Это наводит на грустные размышления. То есть сначала пресс-секретарь Путина Песков говорит, всю помощь окажем, если надо лечиться за границей, посодействуем. Потом тут же выясняется, что за границу никак нельзя отправлять лечиться. Коллеги, добрый вечер. Вот как раз вопрос, Евгений Алексеевич, к вам. Вы сказали, да, о том, что не хотели долго отправлять. И действительно, мы знаем, что сейчас Алексей Навальный пребывает в клинике Шарите. Она, возможно, известна многим нашим зрителям, потому что как раз Юлия Тимошенко в период, когда против нее были политические преследования, также пребывала в этой клинике. Она была постоянно на слуху у украинских зрителей и в украинских медиа. Уже после того, как ее освободили, она туда поехала лечиться. Это, кстати, в досье Шарите сейчас с гордостью они об этом пишут, что среди наших самых знаменитых пациентов вот Юлия Тимошенко, которую лечили от смещения 3 позвоночных дисков. И мы вот помним, что борт из Германии прилетел, и он фактически целый день простоял и ждал, когда же будет решение российских врачей транспортировать, можно или нельзя транспортировать Навального в Германию. Совершенно верно, Евгений Алексеевич, да. К вам вопрос. Как вы считаете, почему все-таки власть приняла решение отдать Навального на лечение, потому что, ну, можно было его удерживать дальше в России и таким образом, ну, скрыть факт отравления и дальше настаивать на той версии, что это проблемы с его здоровьем, что это нарушение обмена веществ, та официальная версия, которую озвучили врачи в России. Ну, вы знаете, я осмелюсь предположить, что там было три важных разговора Путина с представителями скажем, западного политикума самого высокого уровня. Там просто по минутам можно посмотреть. Вот сначала прошла пресс-конференция представителей омских медиков, на которой было заявлено, что он совершенно не транспортабелен. После чего социальные сети российские, не только российские, просто взорвались с негодованием. Словами о том, что, господа, в 21 веке вообще нет такого понятия, как нетранспортабельность пациента. В 21 веке современная медицина позволяет любого самого тяжелого пациента транспортировать как угодно. В автомобиле, по железной дороге, воздухом. Главное, чтобы была соответствующая аппаратура. На борту самолета, в железнодорожном вагоне или в специальном медицинском автомобиле. Ну, нет такого понятия сейчас. Нетранспортабельный пациент с самыми тяжелыми травмами, самыми тяжелыми заболеваниями, людей, у которых там остановилось сердце, транспортируют, понимаете? Затем были разговоры господина Путина с Ангелой Меркель. Вот, извините, только не помню, в каком порядке, но там был разговор с Макроном, там был разговор с Меркель, и там был разговор с новым президентом Европейского Совета. И вот
как-то вот после этих трех разговоров, уж не знаю, какие слова нашли для господина Путина западные лидеры, но у меня такое ощущение, что по итогам этих трех разговоров с самого верха прошло сквозь зубы распоряжение: «Черт с ним, отпускайте, а то сейчас греха не оберемся». Ну, вот моя гипотеза. Как раз сегодня агентство Bloomberg, одно из мировых агентств, сказало, что Меркель очень разочарована реакцией Путина на то, что Меркель потребовала провести расследование отравления Навального, а Путин не проявил, как она говорит, гибкости в этом вопросе и особо не пылает энтузиазмом проводить расследование. Ведь как бы одно сейчас другого не исключает, да, вот Сергей. Меня удивила еще одна история, когда Путин... его спросили, что случилось с Навальным, он сказал, он заболел. Он заболел, а когда утонула подводная лодка «Курск», многие не помнят, это было в 2000 году. В 2000 году. Недавно, собственно, в августе месяце, 12-го, кажется, августа, было ровно 20 лет. И интервью CNN он сказал, она утонула. Ларри Кинг прямо просто от такого... короткого, но очень красноречивого ответа, по-моему, несмотря на весь свой опыт, тогда слегка потерял дар речи. Путин дает указания таким спецоперациям, отравление Навального? Или это может быть какой-то параллельный процесс, когда ему докладывают уже об успешном завершении, например, покушения на убийство или убийство? Как это происходит в России? Вы знаете, вот этого я не знаю. Я осмелюсь предположить, что может быть и так, и сяк, и, может быть, существуют и какие-то там другие способы. Это может быть, что называется, инициатива снизу, чтобы сделать приятное. Вот, предполагают, возможно, какие-то люди, что вот если грохнуть там, условно говоря, Немцова, Щекочихина, Политковскую Анну, да, то тем самым мы сделаем приятное Владимиру Владимировичу, который их явно не любит. Получим звездочку на поводу. Да. А может быть, они действуют, условно говоря, по своему усмотрению, потому что вот кто-то из... Сейчас, честно, должен вам признаться, вот я порой уже не могу атрибутировать ту или иную оценку авторству того или иного политолога. Но достаточно, слава богу, в России еще осталось достаточно серьезных политологов, серьезных аналитиков, правда. Некоторые из них уже давно живут и работают в других странах. Но вот кто-то из них справедливо написал, что, ну, смотрите, там бывший премьер-министр Белоруссии, по сути дела, занимает сейчас позицию протестующих. А там министр обороны выступает с заявлением, что нет, армия не потерпит того, что происходит. Значит... очевидно, что и в белорусском руководстве существуют там разные группировки. Кто-то будет до последней капли крови защищать режим Лукашенко, а кто-то думает, а что будет дальше вообще, если режим Лукашенко все-таки развалится и не устоит. И начинает, так сказать, вибрировать. Точно так же, я думаю... там... башни Кремля спорят. Ну, это такой уже немножечко избитый Клише. Образ башен Кремля, но для меня совершенно безусловно, что есть люди более либеральные в России, интегрированные во власть. Да? Есть люди менее либеральные, есть люди вот такие вот упертые, типа вроде как Патрушев. Помните, да? Был премьер такой киндер-сюрприз. Премьер Сергей Кириенко. Вот вроде бы он сейчас возглавляет фракцию этих неолибералов во власти. Ну, он возглавляет, отвечает за внутреннюю политику в администрации президента Российской Федерации, по-моему, в должности первого зама. Я когда-то с Сергеем Владимировичем был лично знаком. Правда, это было давно. Мы с ним, наверное, много-много лет не виделись. Но он действительно человек, ну, скажем так, получивший либеральное демократическое воспитание и образование. И, в общем, придерживавшихся, впрочем, безусловно, либеральных взглядов. Конечно, власть она разлагает и может переварить какого угодно либерала и сделать его, там, что называется, покорным слугой режима. Но
Он, конечно же, не из породы людей, которые там готовы засучить рукава и легко обогреть руки по локоть в крови. Нет, конечно же, он не из породы там убийцы отравителей. Ну, послушайте, вот давайте, я люблю исторические параллели. Ну, смотрите, кто произвел демонтаж сталинизма? Ну, или, скажем, кто начал демонтаж сталинизма? Абсолютно правоверные ленинцы, большевики из ближайшего окружения Сталина. Дальше они начали с друг другом воевать, разбираться, но тот же Лаврентий Берия, который, конечно же, был там, ого-го, еще какой палач, после смерти Сталина там чуть ли не заделался первым либералом. В частности, вот мало кто знает эту историю, что именно при Берии была сделана попытка начать договариваться с украинским вооруженным подпольем. И один из ближайших людей Берии, Мешек, Павел, по-моему, его звали Павел Мешек, который был сразу практически после Сталина назначен новым министром внутренних дел или госбезопасности, врать не буду, украинской СССР, он начал вот реально пытаться сворачивать прежнюю политику, искать каких-то контактов, выходить на переговоры с лидерами ОУН-УПА, за что вскоре тоже вместе с Берией был арестован и расстрелян, по-моему, с ним в один день, тогда же в декабре того же самого 1953 года. И Хрущев, выступивший в 1956 году со своей знаменитой там, антисталинской речью на 20-м съезде КПСС, тоже был, в общем, верным слугой Иосифа Виссарионовича Сталина. То есть, я так понимаю, скоро верные путинцы будут Путина разоблачать. Да? А как же? Так, вопрос Жени. Это закон жизни, политической жизни. Задавай, пожалуйста. Евгений Алексеевич, вопрос вот мой в том, почему именно сейчас? Потому что Алексей Навальный, ну, достаточно давно известен своей оппозиционной деятельностью, не только как политик, но он же ведет также антикоррупционную деятельность. Он снял, его команда подготовила десятки очень резонансных, очень громких расследований, которые касались как самого Владимира Путина, так и его ближайшего окружения. Горячих вот таких вот точек кипения было очень много в России. Почему, если мы предполагаем, да, что это действительно отравление, почему это случилось именно сейчас? Ну, я думаю, что два фактора на это повлияли. Даже сказал бы, три фактора. Хотя они все взаимосвязаны. Во-первых, хабаровские события. Во-вторых, приближение единого дня голосования 13 сентября, когда, по-моему, в 30 с лишним регионах России будут местные выборы разного уровня, будут выбирать там где-то губернаторов, где-то законодательные собрания, где-то будут выбирать мэров городов. Ну и вот представьте себе, что где-то, а Навальный сторонник так называемого умного голосования, которое, если грубо говоря, заключается в следующем этот принцип. Голосуйте за кого угодно, только не за того человека, который ставленник Кремля. Пусть это будет какой-нибудь коммунист, там, ЛДПРовец, там, еще какой-нибудь человек, скажем так, с небезукоризненным прошлым, не демократ высшей пробы. Пусть это будет даже там какой-нибудь вот. Я лично допускаю, что Сергей Фургал, бывший губернатор Хабаровского края, который был арестован, возможно, он действительно там был замешан в каких-то криминальных или полукриминальных делах там в конце 90-х, начале 2000-х годов. И тоже там не рыцарь в белых одеждах, там на белом коне. Да? Но вот смысл в том, что голосуйте за кого угодно, лишь бы это не был ставленник Кремля. И вот представим себе, что еще в одном, двух, трех регионах из этих 30 вот эта тактика приводит к тому, что появляется новый губернатор или новый мэр, который там не устраивает Кремль, не утвержден свыше. И, предположим, начинаются там подтасовки, выясняется, что там нарушения во время выборов были такие, что никак невозможно признать их состоявшимися, или, предположим, там, во многих регионах выборы проходят в два тура,
губернаторские выборы, вот представим себе, что накануне второго тура явно лидирует не кремлевский кандидат, и его там снимают с выборов, или с ним что-нибудь еще происходит, тоже чайку попьет, или там выяснится, что он был замешан в десятке каких-то там заказных убийствах, как Фургал там 15-20 лет тому назад, его снимают, арестовывают и так далее и тому подобное. И вот представим себе, что на карте России появляется еще 1-2-3 Хабаровска. Это уже там совершенно другая ситуация. Политическая ситуация меняется. И вот в этой ситуации, конечно, Навальный был человеком не ко двору, скажем так. Ну и кроме того, ведь смотрите, белорусская история. В каком-то смысле история с Навальным могла переключить внимание общественности с Хабаровска, с Беларуси там, на другую тему. Ну и кроме того, ведь пример Беларуси это заразителен. Но с другой стороны, как бы и сами себе в ногу выстрелили, выходят, показали, что надо позиция расправляться. Но я тут хочу как раз. Сергей, извините, что перебиваю. Мы иногда о них судим слишком хорошо. Слишком хорошо. Мы иногда судим о них с позиции людей, которые живут, там, скажем, в парадигме политической жизни. А вот эти вот врачи, которые там неуклюже оправдываются сейчас на пресс-конференциях, они живут в парадигме вот такой вот командно-административной системы, где важнее, там, чтобы их не прищучили, предположим, за то, что они нарушили там, какие-то указания, не соблюли какие-то протоколы, там, не отчитались перед начальством, предварительно перед ним вытянувшись. Да? И кроме того, ну, послушайте, когда я читаю тексты, которые порой выходят из-под пера некоторых высокопоставленных чиновников российских, вроде Патрушева, секретаря Совета Безопасности, который там очень любит писать длинные тексты про всемирный антироссийский, там, чуть ли не жидомасонский заговор, да, там, не употребляет такого термина, но намек содержится. Или когда я вижу там заявление Лаврова, ну, когда, там, министр иностранных дел Российской Федерации, в день, когда в Минске проходит там 200-тысячная демонстрация, и совершенно уже, по-моему, со съехавшей крышей Лукашенко появляется там с автоматом в руках, выходя из вертолета в сопровождении своего несовершеннолетнего сына, тоже до зубов вооруженного и одетого там, в бронежилет, Лавров говорит, есть все признаки того, что ситуация в Минске стабилизируется. У меня сразу вопрос, куда делся аргентинский кокаин? Если можно, переброшу мост. Вот, почему вообще важен Навальный? Потому что это все касается российской политики. А российская политика всегда ищет внешнего врага, когда что-то идет плохо внутри. И часто Украина, к сожалению, становится целью для такой внешней политики. И здесь вопрос про возможного, ну я не скажу, что отравителя Навального, но человека, который сейчас открыто как бы себя противоставляет Навальному. Это некий человек, основатель, да, Пригожин, то есть это человек, который является якобы поваром Путина и основателем Вагнера, вот этой частной армии, или, по крайней мере, спонсором этой частной армии Вагнера, которая тоже чуть было до Украины не долетела в этом вот самолете, о котором мы говорили последние несколько недель. У меня вопрос такой. Кто вообще этот Пригожин, да? Во-вторых, верите ли вы в эту историю с полетом вагнеровца вообще на заработки в Венесуэлу с возможным захватом и посадкой в Украине? Потому что у нас украинское общество сейчас... Ну, те, я хотя последние две недели на был этой теме в отпуске, да? На даче под Киевом, вот, но все равно себе цифровой детокс не смог устроить. Потому что, ну, с одной стороны Белоруссия, с другой стороны Навальный, с третьей стороны вот весь этот шум, связанный с якобы имевшим место неудачной операции украинских спецслужб по захвату вагнеровцев, так сказать, на языке спецслужб это называется вывод
вывод вагнеровцев на украинскую территорию. То есть, по идее, может быть, вот как операция заманивание, и по Навальному операция, и, например, там, поддержка этих боевиков, которые вторгались на украинские территории из Вагнера. Это, может быть, рухи, грубо говоря, две руки, ну, от Пригожина. Давайте по порядку. Значит, кто такой Пригожин? Ну, я боюсь, что, как говорится, установочные данные его, раз уж мы стали пользоваться некоторыми специфическими терминами, которые приняты там, в работе спецслужб и правоохранительных органов, вот не смогу вам точно воспроизвести, там, где родился, где крестился. Ну, родился в Ленинграде. Ну, сразу у меня перед глазами кличка повар Путина. Да? Ну, это сейчас. Там, бизнесмен, ну, который, насколько я понимаю, есть некое криминальное прошлое. Да. Если я ничего не путаю, он, по-моему, отсидел когда-то еще в советские времена по какой-то такой не очень хорошей статье, по-моему, отсидел длительный срок. Могу ошибаться. Вот. Да, он был приговорен к условному сроку кражи. Вот так вот. А потом к 12 годам за разбой, мошенничество отсидел в колонии 9 лет. Вот видите, то есть... Ну, какой-то серый такой... Девяточку, как бы сказал Путин, да? Девяточку отмотал, да? Значит, вот. Он вагнеровцев содержит или нет? Судя по всему, да. Вы поверили в то, что вагнеровцы, скажем так, он главное, что он еще содержит, спецслужб. Он содержит ассоциацию развития интернета, так называемую. Которая вмешивалась в американские выборы. Ольгинские тролли, или как фабрика троллей. Именно эти ребята занимались вмешательством в американские выборы. То есть некий Пригожин уже Он фигурирует в одном из уголовных дел, возбужденных спецпрокурором Мюллером. Да, против него были выдвинуты конкретные обвинения. Возможно, отравление Навального, вмешательство в выборы США и вагнеровцы, которые приезжали в Украину убивать украинских граждан. Все сходится к этому человеку по фамилии Пригожин. Но формально, насколько я понимаю, он прямого отношения к этой самой группе Вагнера не имеет. Но пишут, что он их финансирует. Якобы. Ну, вы знаете, я думаю, что скорее он выступает в роли там некой крыши. То есть, угу. Условно говоря, как в старом анекдоте, а где ручонки-то? Ручонки-то вот они. Угу. Да? То есть, вот, а при чем здесь главное разведывательное управление? Нет, это какая-то вот такая частная компания, которая оказывает там, условно говоря, услуги по охране каких-нибудь там объектов и выполняет соответствующие заказы в других странах мира. Ну, на самом деле ведь и в Америке есть частные военные компании. Другое дело, что их деятельность очень строго регламентирована американскими законами. И даже пророссийские политики любят говорить, что якобы в Украине американские вот эти частные военные армии воевали во время обострения ситуации на Донбассе. Да, ну, и, конечно, видели чернокожих бойцов в форме вооруженных сил Украины. Сидя на даче, все поверили вы в историю все-таки, что нам таки удалось заманить вагнеровцев в сети и затянуть их в Минск, ну, и прям за шаг до того, знаете, чтобы их в Украину. Вы знаете, ведь я допускаю, что есть вагнеровцы и вагнеровцы. Да? Вот, условно говоря, там есть люди, которые, может быть, сейчас не состоят, скажем так, на активной службе. Ну, там либо числятся, либо проходят по каким-то базам данных, учетным картотекам, я не знаю. Вот я очень хорошо помню, ведь люди, к сожалению, там забывают вещи, которые происходили вполне публично. Вот, я понимаю, почему это происходит. Был некий, так сказать, элемент большого недоверия к тому, что озвучивалось, скажем так, году там, в 15-м, 16-м, 17-м, 18-м, официальными представителями Службы безопасности Украины, СБУ. Хотя вот я прекрасно помню, что 2 или 3 проводилось пресс-конференции, на которых представители СБУ говорили о том, что вот мы установили персональные данные, вплоть до номеров паспортов, личных вот этих самых номеров военнослужащих, тех членов ЧВК «Вагнер», которые воевали в 2014 году
на территории, я очень почему-то запомнил это, что воевали они больше на территории Луганской области. Не Донецкой области, а Луганской. Mm-hmm. Почему так было, вот врать не буду, но это в память мне mm-hmm. врезалось. Я тут готов об этом, что называется, об заклад побиться. Что речь шла именно о том, что они, получив некий боевой опыт на территории оккупированной части Луганской области, затем были переброшены в Сирию. И представители СБУ тогда громко говорили о том, что вот мы хотим, чтобы все государства знали, что вот есть список людей, известные их, что называется, установочные данные, номера mm-hmm. документов, номера заграничных паспортов, чтобы при случае задерживали их за участие там, в наемничестве, как людей, которые могут быть причастны к совершению военных преступлений на территории Украины. Вот. Я просто к чему веду, что вполне вероятно, что часть из этих людей, условно говоря, сейчас не состоит на активной военной службе в этой самой ЧВК, а что называется, не удел. И возможно, что как раз вот там те 30 с чем-то человек, они, вот если посмотреть бы на, сравнить два списка, тот список, который поименно озвучивался, я думаю, что это где-то в интернете сохранилось, там фамилии назывались, людей, которых тогда СБУ объявляло во всеуслышание. И тот список, который вот, был людей, задержанных в Минске, я не удивлюсь, что там будут частые пересечения, частые совпадения. Ну, а вот, вот. Спецслужбы... И дальше, короче говоря, что спецслужбы могли сделать? Да. Условно говоря, ведь сверхзадача была какая? Установить, заманить на украинскую территорию, задержать, предъявить обвинение в участии в боевых действиях на территории Украины за незаконные вооруженные формирования так называемых ЛНР и ДНР, и дальше посадить, дальше обменивать. Уж не знаю там как. Но, в принципе, план был, как я понимаю, в этом. Ну, красивый. Вот. План красивый, почему нет? Тем более, что вот появились, правда, пока никак не подтвержденные, я не думаю, что это будут подтверждать когда-либо официально, во всяком случае, в ближайшее время, официальные представители Соединенных Штатов. Но, тем не менее, вот, по-моему, «Зеркало недели» писало о том, что операция осуществлялась при некоем содействии со стороны американских спецслужб. Почему сорвалась? Ну, есть разные версии, вы это уже обсуждали, там не хочу повторяться. Да, нас... Но я это допускаю. У нас еще было есть сюжет. Возможно. Да, у нас еще один сюжет. И еще есть... Извините, вот последнее. Да. Там, я просто давайте, говорю. Ну, вот эти 30 человек, да, условно, представьте себе, 30 человек, которые там сейчас, в данном случае, грубо говоря, бомжи. Дальше это уже вопрос артистизма. Условно говоря, тех оперативников, которые с ними связываются, которые на них выходят, которые говорят, ребята, есть... Классный контракт. Там, летим, я не знаю, в Африку, на Ближний Восток, я не знаю, там в Южную Америку. Заработаете кучу бабок. Ну, слушайте, Бориса Савенкова, тертого калача, одного из выдающихся людей там, русской революции, там, знаменитого террориста, который потом там, был замминистра замвоенного министра во временном правительстве, потом был один из лидеров, скажем так, радикальной белой эмиграции, заманили чекисты, убедили в том, что есть в России реальная подпольная организация, которая вот готова сейчас вот прямо поднять мятеж, и только нужно, чтобы вот Савенков приехал в Россию и возглавил. И провели его, обманули, таки заманили, арестовали, судили, убили. Не очень такая тема оптимистичная, чтобы переходить к сюжету, но нам нужно... Ну, нет, ну, вот, у нас есть... вот, если тогда могли, почему же сейчас-то не могут? Возможно. Тем более, что там, я думаю, средний интеллектуальный уровень... Этих так называемых вангеров. Несколько ниже, чем у покойного Бориса Викторовича Савенкова, который был человек выдающийся, кстати, прекрасный писатель, литератор. Значит, сюжет у нас был, на самом деле, как украинское общество раскололось вокруг празднования Дня независимости. Но нам нужно сейчас сюжет посмотреть и еще две темы обсудить. Вот украинское празднование, что вы об этом думаете, и Беларусь. Все-таки мы, Беларусь, хотим постоянно держать в фокусе. Обязательно. И у нас осталось меньше 10 минут эфирного времени, поэтому сюжет, коротко. Вопрос Жени и все.
Пожалуйста, сюжет. Дві реальності однієї України. Святкові заходи до Дня Незалежності викликали суперечки. Частина суспільства розкритикувала попурі з відомих українських пісень, що виконали співаки на Софіївській площі. Хвилину невдоволення у соцмережах підхопили прихильники екс-президента Порошенка. Декілька музикантів також сказали, що не давали дозволу на використання творів. На що представники Офісу президента відповіли, що це дозволено якраз законом, ухваленим в часи Порошенка. Після урочистостей з нагоди Незалежності у столичному парку Шевченка відбувся марш захисників, ветеранів, учасників російсько-української війни на Донбасі та родичів загиблих. Тут також не обійшлося без скандалу. Виявилось, що Петро Порошенко порушив домовленості. Як сказано в заяві руху ветеранів України, через неоднозначне ставлення у ветеранському середовищі до Порошенка було прохання до нього утриматись від проходження на чолі однієї з колон. Але Порошенко проігнорував заклик. Спрага хвилинного піару п'ятого президента важливіше, ніж прохання учасників бойових дій, йдеться у заяві. Після ходи Порошенко провів мітинг своїх прихильників, який мав усі ознаки передвиборчого. Отже, ефір, і я передаю слово Жені. На самом деле, очень жаль, что такой важный для многих украинцев и светлый праздник, как День независимости, опять закончился таким большим скандалом. И если говорить об официальном торжестве, я знаю, что вот даже у нас в студии есть разные мнения. Я знаю, что Сергею понравился такой формат. У меня, например, очень неоднозначное было впечатление от того, что происходило на Софийской площади. Демократия, видите, везде демократия. Евгений Алексеевич, вот вы посмотрели на это, да, музыканты, разные поколения, поют песни, флаг синьо-жовтый, наш прапор, да, на нем официальные лица. Вот какое ваше впечатление от того, что происходило 24 августа в Киеве? Ну, вы знаете, у меня это не вызвало отторжения никакого. Ну, я скажу так, что я вообще небольшой любитель вот того, что называется попсой. Я вот в этом мире блестка и искр шоу-бизнеса, там совершенно не ориентируюсь. Кто-то мне нравится из этих популярных исполнителей легкого жанра, кто-то мне не нравится, кто-то мне кажется там человеком, который выступает со вкусом, кто-то мне кажется абсолютно там безвкусным. Ну, послушайте, в любом случае, понимаете, вот эта часть, которую так ругают, она в известной степени была ориентирована на молодое поколение, на молодежь. Ну, смотрите, только на сайте одного канала ТСН 1 000 000 просмотров этого концерта. Ну, да, только ну, на одном там YouTube-канале, извините. Кто-то скажет, что там на Фейсбуке не можем мы Верку Сердючку. Да, 95 тысяч лайков только на одном Фейсбуке этого ТСН. А ведь показывало много каналов. То есть, мне кажется, это видело ну, полстраны точно. Знаете, это... я вам что скажу. У меня гораздо больше... Вот две вещи. Первое. Я с самого начала еще, со времен отчаянной, беспощадной, бессмысленной вот этой вот предвыборной рубки. Бессмысленность ее была в том, что вот все, что делали противники Зеленского, только ухудшало их, на мой взгляд, положение тогда вот зимой и весной 2012 года. То есть стреляли... 2019 года, я оговорился, простите. Вот, условно говоря, с завидным упорством стреляли себе то в одну ногу, то в другую, то в одну, то в другую. Так вот я тогда говорил, послушайте, ну вот мне кажется... принципиальные разногласия, вот как в свое время у выдающегося писателя-эмигранта Андрея Синявского, он крылатую фразу сказал, которую многие знают, «Мои расхождения с советской властью имеют преимущественно стилистический характер». Вот. Мне кажется, то же самое. Вот расхождения между сторонниками и противниками Зеленского изначально имели под собой вот взаимное стилистическое неприятие. Вот один комик, а другой, знаете, вот такой вот... смертельно серьезный человек. Вот такая там звериная серьезность, которая подчас проскакивает и в заявлениях, и в поведении некоторых украинских политиков, мне кажется, очков им не добавляет. Ну, как-то чаще надо улыбаться, господа, как говорил Янковский, Мюнхгаузен. Война нельзя, да? Когда война, ну, так послушайте. Празднует День независимости. Ну, послушайте, там... Вот,
А в праздник можно немножечко и расслабиться, мне кажется. Главное же, ну, послушайте, у украинского общества, у украинского государства, у украинского народа значительно больше, гораздо более серьезных проблем, чем спорить о том, вот правильно ли праздновали. Я согласен точно, что в России вот такое празднование любого праздника было бы невозможно. И, наверное, лучше праздновать так, чем как празднуют, недавно мы видели, праздновали в России. Да, ну, было время, победы, когда в России праздновали как угодно, как кому хочется. Еще одна тема – Беларусь. Я хочу успеть, потому что мне хочется услышать ваше мнение, чем это закончится. Сегодня на допрос ходила Светлана Алексеевич, Нобелевский лауреат, одна из участников коллективной оппозиции. Ее уже допрашивают. Ну, вот, насколько я понимаю, она Лукашенко на все вопросы ответила, как бы там ссылаясь на статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. У нас три минуты, и ваш прогноз, чем закончится в Беларуси? Вы знаете, я вот что скажу. Во-первых, я считаю, что украинская общественность, точнее, часть украинской общественности, которая ругательски ругает белорусскую оппозицию, не права. Говоря, что вот белорусская оппозиция должна там, я не знаю, строить баррикады, идти на штурм правительственных зданий, заявлять о намерении там, порвать с Российской Федерацией, вступить в НАТО и в Евросоюз, выдвинуть там настоящих буйных в качестве лидеров. Захватить здание какое-то. Да. Вот мне кажется, что они сейчас все делают очень правильно. Когда в роли там массовых вдохновителей и организаторов выступают там YouTube-каналы и там телеграм-каналы вроде Нехта Лайф. Все правильно. И они не дают возможности заявить там о попытке там незаконного вооруженного свержения власти, о том, что они хотят изменить конституционный строй, что хотят от... Знаете, и в том числе они правильно говорят, что мы не хотим ссориться с Россией. У них, на самом деле, прекрасная программа. Они хотят восстановления демократии, освобождения политических заключенных, отстранения от власти диктатора, проведения новых парламентских выборов. Хотя даже если они реализуют вот эти четыре цели, честь им и хвала. И они все правильно делают, не давая повода Российской Федерации вмешаться, в том числе вооруженным путем. Это путь, который требует терпения. Повторю то, что я однажды уже говорил. Вот при всей моей антипатии к так называемой исламской революции в Иране, я хочу напомнить, что там мирные протесты иранских граждан против шахского режима продолжались почти 6 месяцев. Вот 6 месяцев люди мирным образом выходили на улицы. Ну, пример плохой, потому что кончилось все плохо. Ну, как кончилось все плохо? Революция победила. Другое дело, как ее плодами воспользовались те, кто в итоге монополизировал власть. Поначалу-то все было не так-то плохо. Евгений Алексеевич, очень коротко, уйдет Лукашенко или нет? Я не знаю. Уйдет, вот ваше ощущение. Я думаю, что сейчас уже после того, как мы видели 200-250 тысяч демонстрантов на улицах Минска, и посмотрим, что еще будет в ближайшее воскресенье. Это повторяется раз за разом, и людей все больше и больше. Мы видели это там и в Гродно, и в Бресте, и в Бобруйске. Там я не буду перечислять все города. Мы видели там совершенно обезумевшего человека, который с автоматом приехал в центр города на вертолете. Ну, легитимность его разрушена. Я абсолютно убежден, что сторонники его сейчас сидят и долго думают, вот мне что делать дальше. Говорят, с подсказку нужно заканчивать, но я все равно хочу спросить, как правильно Украине поступать? Потому что наш сосед, да, Илларионов сидел на вашем месте и говорил, нужно полностью порвать с Лукашенко и поддерживать Майдан. С Белковским мы говорили, он считает, что там это вопрос тоже времени, уход Лукашенко. Но мы живем с Беларусью в соседстве каждый день, каждую минуту. Вот признавать, не признавать... Какая мне правильная кажется, позиция? Что... Нужно короткий ответ. А то меня мне уже кажется, требуют делают пока все довольно правильно, делают аккуратно, итоги выборов не признают, Лукашенко не поздравляют, призывают к диалогу, к мирному урегулированию. Дальше, в зависимости от развития событий, в зависимости от того, каков вообще будет геополитический баланс вокруг Украины. Ссориться не нужно, но и дистанцироваться от того, что происходит, безусловно, необходимо. Дякую. Дякую вам.
Пане Євгене, дякую, Женя. Це був дуже цікавий ефір. Передивіться нас повтор, якщо не встигли, подивіться в соціальних мережах в Ютубі. До зустрічі. Женя, прощаєшся. Побачимось вже в студії, я сподіваюся. Нагадаю, з нами був Євген Кисельов, український журналіст. А ми вже за тиждень разом з Сергієм будемо з цікавим гостем обговорювати цікаві теми в проєкті «Що це було?». До побачення. До побачення.